Сейчас самое главное для нас и тяжелое после зимы, это, конечно, почистить территорию. О, вчера Людмила приезжала. Господи, спасибо этой женщине героически. Она просто вот весь день на улице. И убрать смогла небольшой достаточно кусок, потому что очень много, конечно. После зимы скопилось всего. Со щебенки она тут тоже все убрала, вот мы с ней поддоны перетаскали. Здесь тоже заново прошлась, все почистила. В субботу я жду сантехников. Сейчас расскажу, зачем. Плюс нужно нам вызывать работников на сварку. Короче, вот оторвалась. Если сейчас, не дай бог, еще вторая петля слетит, будет вообще капец. В общем, требуется ремонт. Плюс вот здесь вот тоже нужно что-то придумывать. Это мои Кеша и Боня. Они пытаются отсюда выйти. То есть они здесь все разворотили. Я уже вчера тут соединяла с идеалом. Но вот еще чуть-чуть. То есть, и они самостоятельно уже смогут отсюда выйти. Напомню, что я их здесь закрываю. Ну, практически вот сейчас на весь день. Только уже вечером домой их запускаю. Когда они под моим присмотром более-менее нормально все. Если их вот с этим вот товарищем с кефиром не изолировать, будет схватка. Схватки у них серьезные. Здесь у нас вот Елена приезжала помочь с уборкой. Я вообще не знаю, что бы я делала вот без этих людей, Людмилы и Елены. Вот что касается этой комнаты, суббота сюда придут сантехники. Конечно, хотела, чтобы более-менее тут люди хотя бы работать смогли. Во-первых, то есть нам стиральную машину надо установить, но это не самое главное. Самое главное, здесь будут устанавливать счетчики на воду. Вот, потому что у нас могут быть серьезные проблемы, потому что счетчик у нас стоит только на расход воды в дом. Вот. Меня уже предупредили, чтобы не было никаких проблем, нужно установить счетчики. Также ребята поменяют фильтра в доме на воду. Вот. В декабре последний раз меняли фильтра, уже пора. Расходы огромные. Вот. Не считая на корма, расходы большие. Вода, вывоз мусора, свет, газ. Ну, газ сейчас будет полегче. Из-за счетчиков, конечно, у нас сейчас прибавится расход воды, причем очень серьезные будут показатели счетчиков. Вот. Яму опять же чистить нужно регулярно, ну, потому что стирка, уборка, то есть это каждый день. Мусор, вот он у меня никак не кончается, хотя я вывожу каждый день по несколько мешков в багажнике. Но так как сейчас много уборки на территории, то есть пока он у нас копится. Тяжело, это не то слово, как тяжело с таким количеством животных. Без работников, без помощников мне просто никак. Любая помощь всегда для нас важна.